Приветствую, друзья, на канале Викинг. В этом видео я вам расскажу и покажу, как мы покоряли Альпы в Австрии. Весь маршрут занял 25 километров и примерно полкилометра по отвесной скале. Для этого потребовалась команда единомышленников, немножко отваги и аппаратуры. В этот раз мы не оставили дрона в машине. Эдуард нес его до победного, за что ему огромная благодарность. Жду ваши лайки. Ставьте лайки, лайки, лайки. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Жду ваших комментариев внизу.
блин, смотри. А Шрек где, это значит страшное или как? Да. Говоря, очень красиво. А ну, мне кажется, страшное, потому что ты, когда купаться полезешь, ты увидишь его и скажешь, испугаешься сразу, скажешь, во. Но оно холодное очень сильно. Шрек, как испуг, знаешь. А, понял, понял. И мы туда в середину пойдем, между этими горами, ущелье или? Не, нам туда. Нам направо, да. Ух ты. А налево. Интересно, человека так по этой штуке можно поднять? Конечно. В каком-то гробике? Ну, зачем? Там, специально? Там такая как... Сиденье? Не сиденье, а просто как ящик такой же металлический. А! И ты можешь... Мы когда были на одной хуке, одного мужику, я теперь не помню, либо он ногу себе перехнул, либо плохо стало что-то. И его спускали. А персонал спускается. Я тоже думаю, на работу, прикинь, так ездить. Ну, да. Каждый день. Ну, в смысле, ногами туда фиг заколебешься. Ну, есть такие, которые недоступны, вот, допустим, которые, если ты идешь на нормальный путь, на пушку, uh-huh. Есть такая норщик называется. Туда на сух специалисты нормальный путем идешь, до больше 20 километров подъем. Ого. И набор хороший такой. Вот, 1800. И лучше за 2 дня идти двумя этапами. Фига. И к Норхюте, вот она так. Она где-то 2600 стоит. Сейчас горкнут нам в лицо. Это будет потрясающе. Ты снимаешь? Я, да. Каждое твое слово. Лизать между, горкнуть в лицо. Все закадрировал. Я говорю, тебе в запасе. Ой, какие ушки. Ты просто... Это куртка. Ничего, пожалуйста, прошу вас. Вообще нет. Путь хороший. Бит еще, бит еще. А, чешется. Блин, мне тоже что-то зачесалось. Тебя не ешь, почеши ей. Давай, иди ко мне. Уй. Нифига. Прикольно, они мохнатые. Я покорябал одну. И убокий. Всех пойдем. Просто вообще. Всех увидели. Свиней, коров. Так. Ты со свиньями вообще пообнимался? Я с ними переспал. Еще белого тигра. Да, нам что-то нужно такое. Это, наверное, специально, чтобы коровы не проходили, да? Ламы такие? Проходили, да. А ламы поумнее немного, они такие, так. Корова подходит, здесь не пройти. А ламы такие, да, вот, зигзаг же, ёпрст. Там еще одна крышка. Все, у меня теперь пальцы ламой пахнут. Можно я ей помогу? А может фото? Фото что-то не Они копытные. Да. Ну, успел, там. Ну ладно, не, я думал, она прям остановится. Скажет, ну ладно, ложись в мою новую спину. Катайся в моей шерсти. О, вот это встреча. О, какой красивый вид все-таки, блин. Зелененький. Да, вот тут. Ой, я лимонадика возьму. О-о-о. С газировочкой холодненькой. Че, мы останавливаемся, да? Оп. Всякие пироженки, видел? А
На этом моменте мы закончим первую серию. В следующей серии мы покорим эту вершину и будем спускаться вниз. Спустимся мы темной ночью, уставшие, обессиленные, в полном восторге от проделанной работы. Честно говоря, мы ожидали, что весь путь займет 12 километров, а оказалось 25. Представляете, как мы вымотались. Потому что на самом деле этот маршрут оказался не очень простым. Обязательно пишите в комментариях, какие горы вы покоряли, как сложно вам это давалось. У меня сейчас весовая категория 100 кг, и мне было невероятно тяжело. Ставьте лайки.